here. Behind. Yeah. Not here. Сейчас смотрите внимание на возврат ударной руки. За вас, чтобы она возвращалась. But this one, what to do? Maybe something. А вторая рука контролирует, чтобы она не сократила же сам. Yes, no. So, maybe this one always. Между вами и противником. This one. Okay. Not only this. Okay. Try. Any. No. Something feel like. No. Feel. Okay. Then. So this one try three. No. Medium. Норма большая дистанция, средняя дистанция, короткая дистанция. На короткой дистанции. А потом попробуйте уже на короткой дистанции. Нет, после удара будет. Смотри вас по дистанции. Близкая дистанция. Более дальняя дистанция с ухода. Return дистанция. Окей? Абас, try three. Different distance. Три разные дистанции. Вас масло. После момента концентрации возврат за голову. И потом уже снова там. Возврат, а потом команда. Окей. Финиш еще. Финиш. Заканчиваю здесь после удара и потом команда. Три. Long, medium, short. На длинные, средние и короткие. Few times, few times. По несколько раз по три дистанции прогоняете и меняете снаряд. So this side is not enough. You tell. Must tell. No, no good. No good. Right? Та сторона, которая напротив стоит, если она чувствует, что скорость концентрации не та, она должна вам, оппонент ваш должен вам говорить, что нет, слабо. Оппонент наблюдать должен за тем качеством, которое вы делаете. Окей. Okay. So this is yes, kind of Mitorige. 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 Your partner walk some watch, then run. Вот когда Mitorige. То, с кем вы отрабатываете различные комбинации, поправляет вас, вот этот процесс они называют при тренировках Mitorige. So somewhere watch it, somewhere. Right? То, о чем я вам говорю, что со стороны оно не видно. У вас нет возможности разводить и контролировать самого себя. Это ошибочно или поток тренировки. Окей? Да. Вы из патрушки. Да? Да. Вы тренируетесь вместе со своим оппонентом? Try it.